дракона. «Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. А вы знаете, что означает слово «икона»? Икона – это живописное изображение Святой Троицы, Иисуса Христа, Божьей Матери, ангельских сил, святых, а также священных событий, написанных в соответствии с церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину. Икона – это глубоко символическое изображение. Все характерные особенности иконописного лика, изображение жестов и положение фигуры имеют духовный смысл. Например, высокий лоб означает духовную мудрость и глубокомыслие. Большие глаза – проникновение в божественные тайны. Тонкие губы – аскетизм. Удлиненные пальцы – духовное благородство и чистоту дел. Наклон головы – внимание в своем сердце Божьему глазу. Воздеяние рук – молитву. Чуть склоненная фигура – смирение и послушание воле Божией. Божественная благодать, действующая в изображенных святых на иконах, сопричастна и их иконам. Поэтому так благоговейно, так почтительно мы относимся к этим изображениям. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!